Гортензия Вимсред. Вимсред – прекрасный сорт, который способен украсить любой сад. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. А мы продолжаем. Безумно красивый, неприхотливый, ароматный и манящий, от которого просто не оторвать глаз. Пышные цветы отлично впишутся в состав любых композиций. Гортензия метельчатая Вимсред – раскидистый кустарник высотой до 2 метров в высоту и до 1,5 метра в диаметре. Побеги прямостоящие, прочные, бордово-красного цвета. Ежегодный прирост 20-25 сантиметров. Листва темно-зеленая с металлическим отливом, крупные яйцевидные формы. Цветы до 5 сантиметров в диаметре, имеют манящий медовый аромат. Они меняют свой окрас в течение всего сезона. С начала цветения до конца июля белые, затем розовеют, а в сентябре становятся бордово-красного цвета. Соцветия крупные, конические до 35 сантиметров в длину. Данный сорт имеет очень длинный период цветения с середины июня по октябрь. Вимсред используют как в солитерных, так и в групповых посадках для декорирования газонов, садов и палисадников. Эффектно смотрятся сложные композиции с другими садовыми культурами. В частности, эти цветы часто высаживают вместе с хвойными кустарниками. Дымо- и газоустойчиво, поэтому часто используются в городском озеленении. Вимсред хорошо развивается на солнечных участках, но выносит и полутень. Предпочитает свежие и влажные, от кислых до нейтральных, богатые почвы. На кислых почвах цветки более насыщенного цвета. Хорошо переносит обрезку. Считается зимостойким и выдерживает снижение температуры до минус 30 градусов. Молодые растения на зиму рекомендуется мульчировать любой органикой толстым слоем. При выборе места для будущего куста гортензии метельчатый Вимсред нужно учитывать освещенность, влажность почвы. Днем, особенно в летнюю жару, растение нуждается в притенении. Поэтому место, где будет расти гортензия, должно быть защищено от прямого солнца большую часть светового дня. Кроны высоких деревьев помогут в этом. Но не следует высаживать гортензию близко к деревьям, так как они могут забрать у куста значительную часть влаги. Не следует высаживать гортензию Вимсред в заболоченных местах. Почва должна быть лишь влажной. Но если на участке все же случается застой воды, нужно уложить в посадочную яму для растения толстый слой дренажного материала. В качестве дренажа обычно используют камешки, битый кирпич и крупный керамзит. Для гортензии выбирают тихое место. В ветреных местах этот кустарник растет плохо. Порывы ветра срывают цветки и листья, мешают нормальному развитию растения. Для высадки кустика гортензии выкапывают посадочную яму диаметром 50 см и глубиной не менее 40 см. Ее заполняют на 1/3 грунтовой смесью, в состав которой в равных частях входит садовая земля, торф, перегной. Саженец устанавливают в яму и присыпают его корни оставшимся грунтом. Не следует сильно заглублять кустик. Его корневая шейка должна быть на уровне земли. Высаженный куст гортензии поливают водой, а землю вокруг ствола засыпают мульчей для сохранения влаги. Ссылка в описании под роликом. С вами был канал Flower World. Подписывайтесь и ставьте палец вверх. Спасибо за просмотр. До свидания!